хотел бы оставить небольшой видеоотзыв о работе с компанией «Долгов Авто». Обратился в организацию в июне текущего года. На дворе у нас сейчас сентябрь, середина. И вот результат. Mazda Demio 2017 года. В комплектации 13 Restauring. Пробег 80 тысяч. Оценка 4 балла. В общем, все как заказывал. Расскажу немного о работе с компанией. Изначально обратился, выбирал порядка, наверное, 10 организаций. Я как бы мониторил, общался. И, в принципе, такое весомое доверие вызвали только «Долгов Авто». Объяснили всю схему работы, как что происходит. Пошли навстречу, внесли корректировки в их типовой договор по моим мелким просьбам. За что им как бы отдельное спасибо. То есть, ну, в принципе, ни одна организация во Владивостоке так открыто и легко это не делала. Это отдельный плюс. В общем, начали поиски, искали машину порядка месяца, наверное, недели три. И 7 июля мы забрали этот лот. Далее происходила оплата инвойса. Тут как бы тоже Александр был на связи, в банке были небольшие проблемы. Операционист, девушка, видимо, не так часто сталкивалась с такой операцией, как оплата инвойса в Японию. Но и тут Александр был на телефоне. Очень быстро я свел Александра и девушку в банке. И этот вопрос очень быстро решили, и я был этому очень рад. Далее происходило некое ожидание, пока машина доедет до России, оплата таможни. Ну и, собственно говоря, дальше была небольшая пауза. Очень долго не могли найти автовоз. В августе 2021 года текущего в Владивостоке случился небольшой коллапс. Я так понимаю, по автовозам транспортные компании были полностью как бы забиты, там автовоз можно было месяц-два ждать. С этим, в принципе, многие сталкивались. Смотрел даже других как бы блогеров, рассказывали, что сейчас такая проблема есть. Но и тут Александр разрулил эту проблему очень оперативно. Нашли автовоз буквально там, наверное, за неделю, и буквально пару-тройку дней ожидания и 8 дней, и вот машина в Иркутске. И счастливый владелец ее забирает. И вот сейчас, спустя неделю, мы поставили ее на учет. У нас такие классные номера. 557 Лука. В общем, все здорово, все без проблем. Александру большой пламенный привет. Большая благодарность. Все происходило честно, открыто, без всяких лишних накруток, как это часто любят практиковать владивостокские конторы, насколько мне известно, вкручивая сильно большие расходы по Японии, но здесь как бы все было максимально открыто, прозрачно, и машина полностью соответствует заявленным от нее к ней ожиданиям. В общем, очень рад. Долгов Авто. Процветания вам. Надеюсь, что в ближайшее время у вас появится офис в Иркутске. Был бы очень рад года через 2-3, когда придется менять вновь машину, обратиться к вам. Также буду обязательно рекомендовать всем своим знакомым. Спасибо.